I used conditioner as conditioner apple cider vinegar, so hair are soft. It feels very soft. Сегодня я использовала яблочный уксус вместо кондиционера. И, конечно, чувствуется разница. Волосы очень мягкие. Не каждый раз после мытья. После мытья иногда использую яблочный уксус как ополаскивать после шампуня, промываю хорошо голову, потом ополаскиваю яблочным уксусом, разбавленным в воде, в теплой водичке. I mixed apple cider vinegar with warm water and this is like a conditioner.
still wet a little bit on the back side. Еще чуть-чуть мокрый сзади. И сушу немножечко еще. Осинка цена. It's not completely dry, but I think I can leave it like this. Стараюсь не пересушивать волосы, да, они еще чуть-чуть влажные. I use Confisa white tooth in my head. Я использую расческу с широкими зубьями, иначе мои волосы просто не причешешь, особенно только что промытые.